«Зла не держи» – новый по-настоящему женский дуэт Елены Север и Веры Брежневой. Песня, которая уже успела полюбиться многим, в ближайшее время обретет видеоряд. У нас такая немножечко, да, нордическая тема. И времени-то на раздумье было не так много, потому что уже запущен трек. И хочется, безусловно, и люди спрашивают, все ждут клип. Специально для съемок клипа в Москву приехал эстонский режиссер Хендрик Маасик, о работе с которым Брежнева мечтала давно. Север в этот раз решила полностью ей довериться и дала свое твердое согласие. В итоге на площадке сложные декорации, огромная команда и суровые почти волки. Дело в том, что я собака по восточному китайскому календарю, поэтому, в принципе, у меня с ними дружба. У меня собаки и дети меня любят больше всего. От самого начала и до самого конца на площадке вместе с певицами еще один человек, к чьему мнению прислушиваются безоговорочно. Не привлекая к себе лишнего внимания, Константин Меладзе не отводит глаз от монитора, где демонстрируют отснятый материал. Всегда, когда мы снимаем клипы, я, естественно, контролирую процесс и, собственно говоря, нахожусь рядом со своим артистом. Несмотря на авторитет профессионального продюсера, после каждого дубля к нему присоединяются и сами виновницы съемочного процесса. Больше не для того, чтобы полюбоваться, это для того, чтобы сделать анализ, понимать, как работать, откуда свет, где воздух, много ли ветра. Когда ты 100% хочешь красивую картинку, да, есть какой-то вот уже там образ, что ты хочешь воплотить, то мне кажется, конечно, лучше обратиться к профессионалам, тогда ты будешь уверен в том, что это будет хорошо. Историю женских переживаний Вера и Елена обещают презентовать уже в ближайшее время. Так что певицы вполне смогут успеть побороться за самовар 9-й русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ.